Всех приветствую, продолжаем рассматривать работы художников, немножко узнавать о них. Сегодня у нас Генри Риланд. Данные из переводной Википедии, их немного, но то, что есть. Британский художник, книжный иллюстратор, декоратор и дизайнер. Был сыном Джона Бенджамина и Элизабет Риланд. Родился в Англии. Учился в Лондоне в художественной школе Южного Кенсингтона у Хизерли. Он учился в Париже у Жана Жозефа Бенджамина Константа и в Академии Жулиана у Гюстава Буланже и Лефевра. Выставлялся в галерее Гронсвер с 1890 года в Королевской Академии. Был постоянным членом Новой галереи и Королевского института художников акварели. Раньше она называлась Новое общество художников акварели. Стал ее полноправным членом. В общем, он писал маслом, но специализировался на законченных акварельных картинах, содержащих изображения молодых женщин в классических драпировках на мраморных террасах. Предметы такого типа картин были популярны. Лоренс Альма Тадема, Альберт Мур и Год. В отличие от Мура, он редко рисовал обнаженные тела. Его акварели широко воспроизводились в виде гравюр. Стиль Риланда смешал темы из движения неоклассицизма и прерафаэлитов. На него повлияли художники Пьюи де Шаван и Альман Тадема. Признан одним из ведущих художников-неоклассиков, работающих к акварелю и часто выставляющихся в Королевской академии. Риланд также создавал витражи, а его гравюры на дереве использовались в ряде журналов, включая English Illustrated Magazine в 1880-х и 1890-х годах. В 1901 году женился на Мейбл Луизи Манн. У него был сын и дочь. Умер 23 ноября 1924 года в Лондоне. Все, всем пока, всем привет, до свидания. Так вкратце данные из переводной Википедии о Генри Риланде. Или Райланде, по-разному можно произносить, как я понял. Английском художнике, который был близок к прерафаэлитам. Пока-пока, до свидания, всего хорошего.